Как залить ключи в тюнер Альфа-бокс X3. Ну, вот на примере у нас не работает канал Интер плюс, кодируется в бисе, то есть ключи заливаются с флешки. Первоначально они были записаны на обычную флешку. Мы заходим в меню, попадаем в раздел «Условный доступ». И видим первый подраздел у нас обновление. Здесь у нас есть обновить через USB. Мы делаем простую отметочку. У нас ключи и константа, и совкам. Поэтому и те отмечаем галочкой. И нажимаем синенькую кнопочку на пультике. Видите, вверху внизу написано загрузить. Вот верхний ключ загрузился, второй загрузился. И теперь просто выходим. И проверяем. Как вы видите, заработал Интер плюс канал. Ну, у нас мы также подкидывали совкаму ключи в разделе, скажем, Discovery. Вот она. Animal Planet должна у нас заработать стабильненько. Вот она работает. Как вы видите, ключи загрузились буквально за 3 минуты. Ключи вы можете взять всегда на любом из сайтов и загрузить также за 1-2 секунды свой тюнер. Все, удачи!